Поверьте, нам мы любим эти игры, наши игры. Это по мне, детка. Любим эти игры, наши игры. Футбол на улице. Ага. И в футболе ответ поищи ее. Да прямо на улице. Да только забивай ворота мячи. Уроки закончены, скорее мяч под мышку. Иду я к друзьям. Наши игры на улицах вас беспокоят, не нравятся вам. Постарайтесь нам это простить, ведь пусть в карманах ветер свистит. Не стоит жалеть нас, для нас важней хороший пас. Всего важней хороший наши пас. Поможешь мне с математикой? Такой славный, я без ума от него. Да, я тоже. Пойдешь гулять? Нет. Тогда до завтра, Элоиз. Пока, Мия. Мисс Элоиз хорошо провела время. О, знаешь, школа есть школа. А как ты? Пш. А, пш, пш. О, я сейчас, Антуан. Привет, Башка. Пш, тише ты. Ты из команды школы Рифлера, верно? А? Тогда слушай, у меня для вас сообщение от акулы, ясно? Погоди, а как я его передам? Я не знаю, придумаешь. Он просил сказать, что завтра на старом рыбзаводе будет встреча. Большая сходка. Сходка? Что это? Как что это? Когда все капитаны уличного футбола собираются голосовать, они будут решать, принять вашу команду или нет. Вот что это такое. Пока! Эй, погоди-ка! Чего? Акула уже сказал, что мы команда. Зачем еще голосовать? Акула не может решать это один, знаешь. Но он будет представлять вас на тайном собрании. Он ставит себя под удар. Но будьте начеку, ничего еще не решено. Там есть упрямые ребята. Антуан! Да, мисс. Я не поеду домой, ладно? Мне нужно сделать важное дело. Как скажете, мисс, но... Ваша мать, графиня, будет удивлена, не увидев вас в бассейне, когда вернется вечером. Да, он прав. Хочешь поплавать, Эмили? Ну, да, но... Что ж, считай это приглашением. Дай ей мой купальник. Мама ничего не заметит. Как скажете, мисс. Умник. Знаешь Питера Пэкстона? All Stars, центральный нападающий. Он мог быть моим папой. Смотри-ка, похож на меня. Волосы темные. О, Тек, знаешь, сколько лет Пэкстону? Ну да, 23. Тебе 13. Посчитай сам. Знаю, знаю. Тек, Габриэль, вы здесь? К вам гости. Графиня Рифлер. Элоиз? Идем, Тек. А, чего она пришла? Я расскажу, когда они придут. Привет, Элоиз. Круто, что ты к нам заскочила. Да, мы сказали то же самое. Ты зачем пришла? Узнать, как у вас тут дела. Узнать, чем занимаетесь после школы. Есть разговор срочный. Как мило. Пошли, покажем тебе поле. В чем дело? Погоди. Добрый день, мисс Аделаида. Я зашла поздороваться. Привет, Элоиз. Как мило, что ты навещаешь наших учеников. Мне приятно. Говори. Да, у меня супер важное послание от портовых акул. Шш. Надо уйти отсюда. Сейчас нам не удастся поговорить. Увидимся, Элоиз. Спасибо, что заскочила. Пока. Через 5 минут аллея Сезар внизу лестницы за школой. Надо отделаться от Тони. Мы с Техом позаботимся об этом шпионе. Ладно,
Тогда мы с умником пойдем к графине через тайный ход. План, что надо. Эй, Тони! Мы знаем, что это ты. Шпионишь за нами, да? Кто, я? Нет! Точно? С чего это вы? Погодите! Надеюсь, они выберутся. Скорей, она ждет. Иду, иду. Нет, а? Не ходи туда, Тек. В подвале так страшно. Там гигантская крыса, которая пьет кровь. Вот, слышишь, она рычит. Слышишь? Тебе можно доверить тайну, дракончик? Угу, угу. А вам, девчата? Ладно, слушайте. В школе Рифлера большие защищают маленьких от гигантской крысы. Это их миссия. Очень опасная миссия. Поэтому вам никак нельзя в подвал. А сегодня день исчезнувших. Будет церемония в честь тех, кто не вернулся с задания. Мы идем вниз. Почтить их. Я тоже хочу на церемонию. Можно мне, Тек? А, пожалуйста, мы никому не скажем. Ни одной души. Ты еще слишком мал. Погляди, может, через год. Все, иди, дракончик. И вы, девчата. Ну все, пошли. Нет! Тони, обвиняемый, вы приговариваетесь... Хватит, парни, клянусь, я не шпионил. Но чуть-чуть. Я не виновен. Тихо. О, нет. Тони, за подглядывание за бывшими друзьями ты приговариваешься к одиночному заключению до самого ужина. Эй, парни, нет, знаете же, я боюсь быть один. Где же они? Все, пойду назад в школу. Эй, Элоиз, погоди. Умник, вот вы где. Прости, что долго, возникла небольшая проблема. Как вы смогли удрать? У нас есть тайный ход. Шш. Ну, говори, что там хотел акула? Завтра будет голосование на старом рыбзаводе. Придут капитаны всех команд в Мэрипорте. Мы увидим другие команды, вот класс. Знаешь, что это значит? Мы сможем играть с ними. Не спеши, ты меня не понял. Они будут решать, принять ли нас в тайную футбольную лигу. Голосование, ясно? А какова наша роль? Кто знает, но, похоже, капитаны – жесткие ребята. Могут быть проблемы. Кстати, о проблемах. Есть еще одна. Тони, ты не знаешь про тайный ход, а он знает. Что? Тайный ход? Здорово! Слушай, Тек, нужно показать ей ход. Но нет. Старшие школьники годами хранили его в тайне. Она даже здесь не учится. Зато она из Рифлеров. И она член команды. Он прав, Тек. А завтра? Как встретимся? Пусть она ждет нас здесь. А нам пока нужно сменить комбинацию, чтобы Тони не мог выйти. Жаль. Не волнуйся. Уверен, он передумает. Я надеюсь. До завтра. Она мне улыбнулась. Ты чего так долго? Ну, давайте. Начнем с паровых вентилей. Берегите пальцы, ребята. О, ты шутишь. Выставка Канта Форджа? Ах, какая прелесть. Тебе там весело, милая? Ну, конечно, милочка, пообедаем на неделе. Все, готово. Хорошо, слушайте, вот новая комбинация. Два удара, три свистка. Один удар, два свистка. Два удара, три свистка. Один удар, два свистка. Ха-ха, Тони никогда не проскочит здесь. Тони, пора выпустить его.
А тот восхитительный костюм горошек. Что? Конечно, чудовищно дорогой. В том-то вся и соль. Правда? Можешь идти домой. Где ты его нашла? Да, ты думаешь, там есть мой размер? Спасибо. К тому же я не люблю ходить к Хероика. Гручи погламурнее. Я пошла заниматься, мама. Чудесно, милочка. О чем я? Ах, да, Гручи. Все, Тони, можешь выходить. Не может быть, когда мы уходили, он был здесь. Вы что-то ищете? А? Тренер? Если вы ищете Тони, то он в кабинете директора. Жалуется, как вы с ним обошлись. Вам должно быть стыдно. Но, тренер, Тони нельзя верить. Не советую вам придерживаться этой линии защиты, Габриэль. Но, сэр, мы ведь... Кажется, я ясно выразился так. Может, тебе напомнить условия нашей сделки? Но вы не... Я согласился покрывать ваши тайны при трех условиях. Первое, они касаются только футбола. Причем первоклассного футбола. Второе условие, у вас будет настоящая команда. И я имею в виду первоклассную команду. И третье, я всегда в курсе ваших дел. И я главный судья. Что, это не ясно? О чем еще мне следует знать? Ладно, Тек, скажи ему. Ладно, сэр. Дело такое. Тихо, устроим перекличку. Парковые бродяги, пижон, барракуда из супермаркета, Вэл, уличные вампиры, Фред. Хватит мне в школе. Акула, где эта новая команда? Предупреждаю, городские призраки не станут нянчиться с чайниками. Остынь, Бен. Они скоро придут, сам и посмотришь. Эй, умник! Когда придет Тек? Скоро. Он разбирается с Тони. Два удара, три свистка. Один удар, два свистка. Удачи, Тони! Два свистка, один удар, три свистка, два удара. Что такое? Скорее, опаздываем. Пойдем быстрее. Сейчас. Горячо. Порядок. Побежали, ребята. Акула, новенькие много о себе думают, раз заставляют нас ждать. Я сказал, придут. Скоро появятся. Точно? Я не уверен. На большую сходку не принято опаздывать. Смотрите, рифлеры! Извините, ребята. Выбраться сюда было не так-то просто, но мы справились. Ну и отмазка. Что ж, неплохое начало. Хотите играть в уличный футбол и заставляете капитанов ждать. Серьезные ребята. Что ты в них нашел, акула? Если Бен закончил ломаться, мы можем проголосовать. Что значит проголосовать? Я ничего про них не знаю. Не знаю, как они гоняют мяч и можно ли им доверять. Что нам известно? Ничего. Эй, а мы о тебе что знаем? Тебе можно доверять? А если хочешь узнать, что мы умеем, так это хоть сейчас. Это вызов? Новички бросили мне вызов. Ха-ха, вы слышали? Ха-ха, нереально. Ты организовал сходку, акула. Выбирай, кто с кем играет. Он прав. Это был вызов. Хочешь играть с их командой, правильно? Мне все равно, с командой или без. Мне нужен он. Если ты хочешь драться, должен тебя предупредить. Мы деремся только мечом. Молчать, недомерок. Ты бросил вызов, так что мне решать, как пойдет дело. Нет, мы сейчас в доках.
Здесь я все решаю. Хочешь посмотреть, что они могут? Играем матч до первого гола. Ладно, я пошел за командой. Нет, их пятеро, и капитанов тоже пять. Пусть сыграют против нас. Так будет легче проголосовать. Выбирай, где играем. Иди сюда. Бен, король грязных трюков, Тек. Так что будь начеку. Не доверяй ему. Не стесняйтесь, купите Подходи! Один король в подарок. Покупай! Что? Хочешь играть здесь? А что? Будут проблемы, ты же знаешь. Ты же сказал, выбирай. Но если новички боятся проблем, пусть скажут. И будем голосовать. Играй, мы готовы. Да, только скажите правила. Правила простые. Все как обычно. Но играем до первого гола. Бен сам выберет, где ворота. Наши ворота будут вот здесь, в переулке. А ваши вон там. Ты чего? Это парикмахерская. Я выбираю поле и ворота. Или ты против? Жаль тебя разочаровывать, Бен, но я не пропущу. Не бойся, Элоиз. Мы с Умником будем в защите. Техно, вы только в нападении. Будьте готовы пробить. Мы отдаем вам мяч при первой же возможности. Используйте тайный удар. Ясно? Все, мяч в игре. Я за ним! О! Вы с ума сошли! Извините, мадам. Он ведет к тебе, Лоис. Защищай витрину. Постараюсь. Не мечтай. А? Я позабочусь, чтобы вы больше не показывались в этом квартале. О! Что он хочет сделать? Что за подлый ход? О, я остановлю мяч. Ой. Мои фрукты! Простите, мадам, не волнуйтесь, я соберу. Соберешь, хулиган! Я... Помогите нам, миссис Верретт! Нужно остановить мяч! Я взял! Держи, Фред! Берегись, Элоиз! Элоиз, вставай, это еще не все. А? Красиво! Молодец, Лоис! Да. Клево! Что тут творится? Марсель! А? Марсель! Марсель! Вернись! Леди и джентльмены, аплодисменты Марселю и его хозяину Альберту! Марсель, иди к папочке. Ну, Марсель, не убегай, умоляю. У тебя больное сердце, Марсель. Эй, Марсель, пасуй мне. О, нет. Спасибо. Убийца, беззащитная собачка с больным сердцем. Смотрите, он еще дышит. Не волнуйтесь, им это так не пройдет. Я вызвала полицию. Вот и правильно, миссис Верретт. Вы видели, что они сделали с ребенком? Их место под замком. Я об этом позабочусь. У меня острый глаз, и я опишу их приметы в полиции.
Умник! Умник, я здесь! Мой! Что, не нравится? А тебе, Тек? Бен просто урод. Я их предупреждал. Играй! Скорей, нас повяжут, если будем стоять. А теперь самый последний удар. Этот псих хочет забить свои ворота. О, нет! Ну, хватит. Я этого не потерплю. Я тоже. Мы с вами, мистер Альберт. Полиция уже в пути. Я вас видел, всех пятерых. Я вам покажу, чего бы мне это ни стоило. А не я, так полиция. Хе-хе-хе. Теперь им точно крышка. Не думаю, что им скоро захочется снова гонять мяч в Мэри Поттер. Ловите, Техно. Так-то лучше. Игра не закончена. Эй, кто вам разрешил? А? Милости прошу, умник. Нет! Да! Да! Ура! Вперед! Да! Классный гол! А ну, стойте! Убейте! Не дайте уйти! Что-то они, я убегаю! Скорее! Они уходят! Так, Элоиз, умник, тех и но. Поскольку вы выдержали поединок, пора голосовать. Капитаны футбольных команд, мы принимаем новую команду. От имени парковых бродяг я говорю «да». Да, от имени барракуды супермаркета. Да, я тоже «за». От имени уличных вампиров я говорю «да». Раз, два, три, и со мной четыре. Но, Бен, что скажешь? От имени городских призраков. Нет выбора. Ладно. Отныне я объявляю команду школы Рифлера принятой единогласно. Добро пожаловать. Да! Да! Не так быстро. Что такое, Тек? Не люблю незаконченные дела. Мы забыли кое-что очень важное. Два удара, три свистка. Один удар, два свистка. Клянусь головой бабули Рифлер, что никому не скажу о тайном ходе из школы Рифлера. Да. Спасибо вам, парни. Прекрасная девчонка. О, да, не могу поверить. Да, меня приняли. Скорее бы рассказать бабуле. Поверьте нам, мы любим эти игры, наши игры. Это по мне, детка. Любим эти игры, наши игры. Футбол на улице. И в футболе ответ поищи ее. Да прямо на улице. Да только забивай ворота мячи. Уроки закончены, скорее мяч под мышку. Иду я к друзьям. Наши игры на улицах, базы.